Здравствуйте! Время узнать, что нового сейчас в регионе, в студии Олеся Кокина. Треть лета позади, сегодня последний день июня, а погода все еще никак не оторвет от календаря апрель. В Архангельской области слагают о неудавшемся лете стихии, обсуждают моду, навязанные купальники и ждут, что столбик термометра все-таки поползет вверх, и резиновые сапоги можно будет сменить на мокасины. О том, каким будет июль в регионе, мы спросили у специалистов Севгидромета. По предварительному прогнозу погоды на июль, составленные в Гидрометцентре России, в Архангельской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы. Норма плюс 14, плюс 17 градусов. А в ближайшие выходные, в общем-то, вот выходные 1-2 число, вот у нас как раз первые дни нового месяца, середины лета, в общем-то, ожидается теплая погода, в северных районах, возможно, без осадков, а вот в крайних южных районах без дождей, к сожалению, наверное, не обойдется. Если верить сетевым погодным агрегаторам, завтра в Архангельске будет плюс 20. Ждем с нетерпением. С 1 июля вступают в силу изменения в ряде федеральных законов. Первое – увеличится размер минимальной оплаты труда. Теперь это 7800 рублей в месяц. Рост несущественный, всего на 300 рублей, а вот штрафы за нарушения при работе с персональными данными увеличатся ощутимо. Для физических лиц составят 5000 рублей, для должностных – 20 тысяч, а наказание для организации будет оцениваться в 75 тысяч рублей. Кроме того, возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере персональных данных будет теперь Роскомнадзор. До последнего времени этим занимались органы прокуратуры. А медицинские учреждения страны с 1 дня июля начнут в тестовом режиме переходить на выдачу электронных больничных. Соответствующее нововведение предусмотрено федеральным законом от 1 мая 2017 года. В нашем регионе первыми опробуют систему электронных листков нетрудоспособности несколько медицинских организаций. В Архангельске это первая городская поликлиника, офтальмологическая больница, Северный медицинский центр имени Тимашко, в Северодвинске 58-я центральная медсанчасть, а также Новодвинская и Коряжемская больницы. По сути, они протестируют нововведение на себе, выявят сильные и слабые стороны. А с 2018 года, с учетом наработанного опыта, электронные больничные листы будут введены во всех медучреждениях региона. При этом в областном Минздраве отмечают, бумажная форма также останется. И жители Поморья смогут выбирать между старым и новым форматом больничного. Мы продвигаемся в части информатизации здравоохранения. Это первое. Второе, безусловно, электронный больничный лист, он дает возможность как пациенту упростить пребывание, может быть, в поликлинике, информирование работодателя о том, что он болен. Вот. А во-вторых, это упрощает работу как системы здравоохранения, так и фонда обязательного медицинского страхования. В некоторых СМИ появилась информация о том, что новый отопительный сезон в Холмогорах может быть сорван. Причина – решения агентства по тарифам и ценам исключить из тарифа на тепло инвестиционную составляющую. Иными словами, инвестору, построившему котельную, нужно возвращать деньги, а их нет. И инвестор, соответственно, может поступить со своей котельной, как захочет. Мы отправились в Холмогоры, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства. Позвонили завтра, переезжайте на Новый год. Пенсионерка Нина Рыжова, как сейчас, помнит тот день, когда из старой ветхой деревяшки переехала в социальную новостройку. Случилось это в декабре 2016 года, в разгар отопительного сезона. Благо, проблем с отоплением, которые раньше мучили холмогорцев, уже давно нет. Потому новоселье прошло во всех смыслах в теплой атмосфере. Самый лучший, говорят, в Холмогорах дом. Вот, я довольна. Довольные жители Холмогора. Проблемы с отоплением районного центра, которые возникали из-за изношенности оборудования на старых угольных котельных, решены. Все благодаря котельной на биотопливе, запущенной в работу в 2015 году. Но если 2 года назад еще вот те зимы, практически мы начинали рабочий день все, и глава района, и у нас работы в котельной, потому что то котел рвался, то лопался, то трубки какие-то текли постоянно. Ну вот холодомор – это уже холмогорское такое название получилось, то 2 зимы мы, собственно говоря, уже забыли, что у нас существует котельная. Правда, вот это такая... Вот, ну, настолько это здорово, что у нас эту котельную сделали. Но вот инвестор про котельную не забыл. В проект вложено порядка 120 миллионов рублей, а процесс возврата инвестиций замедлился. Агентство по тарифам и ценам не включило в тариф ту самую инвестсоставляющую. Речь идет о процентах по кредиту. Ситуация решается. В региональном правительстве выработан план действий. В частности, предложено провести независимую оценку стоимости котельной и на основании полученных данных предусмотреть в тарифе средства амортизации на возврат вложений.
Теплоснабжающая организация нам заявила, что она не собирается выводить котельную из эксплуатации, поэтому для нас как бы, ну, нас это подогревает, да. Но у нас сейчас проблема с эксплуатацией тепловых сетей. В прошлом году все тот же инвестор содержал и ремонтировал сети. Из областного и местного бюджетов на эти цели было выделено 32 миллиона рублей. В результате проложили новый трубопровод большего диаметра от котельной. Заменили тепловые камеры. Это усилило эффект. Зависит все от того, какой дом. Это очень много значит. Я живу в новом доме, но дом сам по себе холодный. На то, что как топят, жаловаться, мне кажется, не стоит. Сегодня инвестор на перепутье. Есть вероятность, что он откажется от содержания теплосетей в новом отопительном сезоне. На этот случай местные власти подготовили запасной вариант – смену арендатора. Мы готовим письма, предложения потенциальным партнерам об эксплуатации тепловых сетей и параллельно готовим концессионное соглашение. Установление тарифа для нового арендатора не потребует много времени и пройдет по упрощенной схеме. Впрочем, в администрации Холмогор уверены, что запасной вариант так и останется запасным и будет принято решение, устраивающее нынешнюю теплоснабжающую организацию. Инвестор начнет окупать свои вложения, а холмогорцы навсегда забудут, что такое холодная зима. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. В Верхней Тойме в этом году резко обозначилась проблема доступности спортивных сооружений. Минувшей весной в ходе проведения ремонта обрушился ангар – единственный крытый спортзал для занятий школьников. Футбол в сельской местности не менее популярен, чем в городе. В Верхней Тойме захватывающие массовые состязания проходят регулярно. В честь 880-го дня рождения села приурочили районный турнир по мини-футболу. Правда, из-за проливных дождей его чуть не отменили. Перенести состязание под крышу после обрушения единственного спортивного зала было некуда. В ангаре, ну, было сухо и намного, ну, приятнее играть было. А здесь плюс травма опасно сейчас стало. Сейчас дождь прошел, скользко. Единственное крытое спортсооружение районного детско-юношеского центра было построено в 1992 году. В 2016 объект решили привести в соответствие современным нормам. На ремонт из бюджетных и внебюджетных источников собрали более 3 миллионов рублей. Мы съездили на Велик, посмотрели, как у них там все сделано, обделано. Я приехала, мы сделаем, проведем отопление, воду. Все обошьем, у нас будет тепло, светло, заменим лампы. Что вы думаете? Мы все сделали. 2 дня прошло, как подключили отопление, он у нас упал в обед. К счастью, в момент обрушения в ангаре никого не было. Причины случившегося будут обнародованы после полного обследования. Его проводит специально созданная межведомственная комиссия. Пока же спортсмены вынуждены заниматься в местной школе, где и без того тесно. В одном спортзале уроки физкультуры проводят сразу 3 класса. Ну, конечно, большая проблема стала, что не стало у нас такого зала, который, где можно заниматься футбол. Ну и у нас еще параллельно есть хоккейная команда, там занимаемся во флорбол. Тоже негде заниматься. Пока сейчас спасаемся школьным спортзалом. Больше футбол, так вот у нас больше напросто негде больше играть. Только вот на улице. Быть ли новому ангару в Верхней Тойме? Эту проблему без помощи инвесторов не решить. В местном бюджете на строительство новой крытой площадки средств нет. Одна надежда – на теплое и сухое лето. Но в этом году и оно против спортсменов. Продолжается декада Международного дня социального предпринимательства, а мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать о людях, для которых бизнес – это не только способ заработать деньги, но и возможность помочь другим. Корку не надо. Теперь поперек. А теперь поперек. Это не беседа внучки с бабушкой на кухне. Полина – сотрудница социальной службы участия. Наталья Федоровна – получатель услуг. В силу возраста и здоровья она не может полноценно вести домашнее хозяйство. Полина и ее коллеги помогают ей в этом уже несколько лет. Мне нравится, как они работают, как они приходят, выполняют все, что я скажу. Без лишних, знаете, ненужного, не хочу, не буду. Все сделают, все, что, как я пожелаю. Социальная служба участия – не золотая рыбка. Убрать дом, приготовить пищу, купить продукты, провести гигиенические процедуры – все это стоит денег. Часто обращаются родственники пожилых людей, которые не могут присмотреть за ними сами. Малоимущие граждане за услуги не платят. Затраты в этом случае компенсируются из областного бюджета.
Сегодня нуждающимся помогают 20 сотрудниц участия. Трудоустроила их Екатерина Шуракова. Она вообще привыкла помогать людям. Глава Ломоносовского округа, выйдя в отставку, решила и дальше поддерживать северян, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Знаю, как бы вот как люди живут, в чем они нуждаются, все их проблемы. Блок вопросов у меня был, это жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, то есть у людей я бывала... Помимо платных услуг, участие на общественных началах занимается, например, обучением пожилых людей компьютерной грамотности. В 2015 году совместно с Центром социального предпринимательства САФУ Екатерина Шуракова создала в Северодвинске так называемый Народный университет серебряного возраста. Совершенно бесплатно пожилые люди получают важные знания, например, об изменениях пенсионного законодательства. Приглашаем представителей из пенсионного фонда, они все подробно рассказывают. И плюс-то в чем, что наши вот слушатели, они могут после занятия задать свои личные вопросы представителю. Потом у нас юридическая грамотность, потом финансовая грамотность, то есть как сохранить свои финансы. Очень много было как бы вот посвящено здоровью, теме здоровья. Народный университет разросся, и теперь его отделение есть и в Новодвинске. Вот уже и слушателям из города Бумажников вручают сертификаты об окончании первого курса. То, что мы познали, оно нам очень поможет в дальнейшей жизни. Где-то, кому-то и зачем-то мы можем обратиться и поставить свой конкретный вопрос. Вскоре, вполне вероятно, отделение Народного университета появится и в Архангельске. В планах у социального предпринимателя Екатерины Шураковой разнообразить программу обучения. Партнеры предлагают добавить, например, элементы физкультуры или даже йогу. Все для того, чтобы повысить качество жизни пожилых людей. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. К этому часу у нас все. До встречи в 16:00.